теперь? А? Что это значит? Ты спал с ней? Нет. Скажи, что ты не спал с ней. Ты совсем рехнулся. Я знаю, но в этот раз я не виноват. Теперь тебя как точно ты? Заподозрят, если замочишь ее. Нет, сначала я следил за ней, как мы и договаривались, ясно? Тебя просили только следить за ней. Хороша. И не говори мне, как она хороша, озабоченный засранец. А потом она начала намеренно раздеваться. Да не ври. Перед окном, с включенным светом, как будто она знала, что я слежу за ней. Что значит намеренно раздеться? Ну, очень медленно, соблазнительно, игриво, подергивая плечиками, как делают девчонки в стрип-шоу. А потом она решила перекусить. У нее красивая грудь. Фруктовый лед, потом банан. Да брось. И, наконец, хот-дог. Полный улет. Я тебе не верю. Три жрачки в форме члена. Ведь это не может быть совпадением. И еще в таком странном порядке. Это ненормальная еда. Да, конечно. Ну хорошо, и ты принял членовидную еду за предложение ее трахнуть. Нет, я принял ее предложение трахнуть ее. Она соблазнила меня, она просто поманила меня. Тебе определенно нужно лечить. Ты маньяк, ты чертов шлех. Брось, старик, это обидно. И твоя проблема решена. Она больше не будет тебя доставать, я гарантирую. Теперь мы можем обсудить то, что сегодня случилось с Пелетом.